Сегодня хочу приготовить очень вкусный, нежный тыквенный суп. Девочки, для приготовления супа нам понадобится тыква, картошка, морковь, лук, зелень. У меня замороженный лук и укроп и базилику. Соль, перец, сливки, сливочное масло. Еще хорошо добавлять плавленые сырки в этот суп. Ну, у меня они закончились, поэтому я буду готовить без них. Без них, кстати, тоже вкусно получается. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Я на глаз делаю, девочки. Туда же отправляем 30 грамм сливочного масла. Туда же отправляем нарезанный лук. И морковь. Морковь с тыквой. И туда же, девочки, отправляем картофель. Обжариваем 1 минуту и добавляем воды. Только не полностью. Вода не должна закрыть наши овощи, так как они должны дать сок. Закрываем все крышкой и тушим примерно 25-30 минут. Девочки, проверяем на готовность овощи. Овощи сварились. Сейчас будем отправлять в блендер. И нужно все это взбить хорошо. Вот такой кремовый суп должен получиться. И сейчас нам останется добавить туда сливки и специи по вкусу. Девочки, вот такой суп получается. Сейчас нужно нам добавить туда сливки. Соль, перец по вкусу. И опять взбить в блендере. У меня получилось примерно чайная ложка соли и четверть чайной ложки перца. Добавляем сухарики и также зелень. Зелень может быть любой. Я добавляю базилику. Очень хорошо также сюда идет кинза, укроп и петрушка. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!